Приближаюсь к вражескому форпосту. Торговая коалиция была бы рада вернуть себе этот форпост. Если перебьешь там хмырей, сделаешь себе хорошую репутацию. Как-то мне тут не по себе. Как сказала бы мама, рейнджер должен заранее оценить обстановку и продвигаться, лишь хорошо режим ожидания. Силовые щиты так просто не пробьешь. Нужно что-то особенное. Ты!
Возвращайся скорее, Уокер. Это ковчег. Джекпот. Активируется. Еще одно бандитское логово. Включен режим ожидания. Системы восстанавливаются.
Ну вот, я снова в деле. Помахать битой, полюбоваться на черный.
Ты где? Посуда! Время запускать фейерверк! Oh!
Это что за звук? Надо наверх. ФРХЖ, наши разведчики заметили, что бессмертные саваны обосновались на свалке. Интересно, как они собираются поступить с местным мутантом-крушителем Мешком, повелителем боли? Он ведь убивает всех, кто подходит к его норе. Мне почти их жаль. Почти. Пока только разминаюсь, мэм. Ну давай, сука! Мрей всех порвет! Слышишь? Они поднимаются на лифт. Готовься! Так, внимание! Дверь открывается, и они попадают в мясорубку, ясно? Пикнуть не успеют. Ну что, боец-то неплохой. Хмыри обработаны в лучшем виде.